Ребят, здорово, на связи Шамшурин. Вот, что-то тут заработался. Пока не выхожу на связь и редко выкладываю видосы, но буквально вот к 10-12 июля у нас все будет по-другому. Будет очень много видео, очень часто на разные прикольные темы, не только про соблазнение, а вообще про то, что нужно для мужчины. Вот, суть не в этом. Короче, скоро будет все круто, ждите, будет интересно. Суть этого видео следующая, то есть мне нужны ваши вопросы. Во-первых, пишите, на какие темы вы бы хотели, чтобы я снимал видео. Вот. А во-вторых, мне ничего не понятно тут вообще, что, ехать, не ехать. Вот. А во-вторых, предлагаю возобновить рубрику «Вопрос-ответ». И, соответственно, в комментариях под этим видео большая просьба, пишите свои вопросы. Только пишите нормальные, адекватные вопросы, не какие-то там форматы детского сада, потому что я на них отвечать не буду. То есть, чем интереснее будет вопрос, тем больше вероятность, что я на него отвечу. Пишите свои вопросы в комментариях, пишите темы, на какие бы вы хотели, чтобы я снимал видосы. Ну, выложим этот видос, наверное, сегодня. Соответственно, дня через три выложим видео уже с готовыми ответами на ваши вопросы. Поэтому давайте, ребята, как-то друг другу поможем. Мне нужны ваши, как бы, темы, в том числе и к июлю. Мы сейчас готовим крутые видео. Вам наверняка нужны какие-то вопросы от меня, ну, если уж вы являетесь зрителями и подписчиками моего канала. Поэтому давайте, парни, все в комменты.